Перенесший операцию на открытом сердце, Игорь Николаев решил, что достаточно восстановился для гастролей. Он объявил, что в ближайшие дни уедет из родной страны ради запланированного выступления в Дубае. Перед отъездом Николаев успел сняться в большом количестве праздничных концертов. Так что телезрители в новогоднюю ночь будут наслаждаться выступлениями маэстро. А перед тем, как начать собирать чемоданы, народный артист отдельно поздравил в сети всех, кто следит за его творчеством, с наступающим Новым годом. Обратился Николаев к публике. Еще несколько недель назад долгие перелеты были для Николаева под запретом.